2020 год – это год юбилея Победы, 75-летия Победы. Но это еще и год памяти и славы. И этот год нам дал возможность пробелы, которые мы имели в знаниях по истории Великой Отечественной войны, наверстать. Присутствует у нас сегодня зампредседателя регионального отделения общественной общероссийской организации «Российский союз ветеранов» Семенов Николай Иванович, командир поискового отряда «Пламенные сердца» Симонов Дима, замкомандира Макашин Кирилл и зам руководителя поискового объединения у нас Надежда Ивановна Манзенко. Такой большой делегацией мы движемся по улице Винокурова, чтобы узнать, как много жителей Новочебоксарска знают о первом герое Советского Союза. Что вам известно о Вячеславе Винокурове? Ну, герой во Великой Отечественной войны. Ну, вот, это улица, названа его именем. Так, а еще, может, что-нибудь знаете? А еще, вообще, я не здесь родилась, поэтому очень подробно ничего не сказать, рассказать не могу. Ну, он, значит, танкист. Все-таки, да, значит, танкист. Он герой Советского Союза. Ну, конечно, Союза. Да, герой Советского Союза. Ну, и то хорошо, спасибо. А чтобы больше вы узнали, мы вам вручаем такой... Спасибо большое. Да. Скажите, пожалуйста, что вам известно о Винокурове Вячеславе Петровиче? И как у нас называется? Герой Великой Отечественной войны, по-моему, он летчик. Вроде бы я так, ну, память мне не изменяет. Ну, я, честно говоря, не помню, конечно. Но будете знать, он танкист. Танкист, да. Он вот танкист. Чтобы больше о нем знали, мы вам вручаем вот этот буклет. Спасибо большое. Винокур. Вот вообще, что известно вам о нем? Ну, забыл, знал я, извини, пожалуйста, точно знал, забыл. Ага. Скажи, пожалуйста. Тогда. Он танкист. Да, ну, в общем, герой первый герой Советского Союза из Чувашии. Ага, ну, вот, танкист. Он получил звание Героя Советского Союза за бои с японскими милитаристами у озера Хасан. Он 27 часов продержался в осаде на подбитом танке и сумел еще выбраться из окружения. Все, ну, это спасибо. Что вам известно о нем? Герой Чувашии на войне, на что? Правильно. А герой Советского Союза, он за что получил? Ну, он, по-моему, танкистом был. Молодцы, он правильно. Он там много вражеских танков он уничтожил. Спасибо большое. Вот вам повязка о Винокурове. Что вы о нем знаете? Что вам известно о Винокурове Вячеславе Петровиче? Ну, то, что он герой войны. То, что он герой Советского Союза, правильно? Герой Советского Союза, да. Еще вам что известно? Ну, именем его названа наша улица. Почему его друзья прозвали Моресьевым танковых войск? А потому что он с одной ногой. Правильно. И ему, когда ему ампутировали ноги, он заново научился ходить и водил танк, да ведь? И водил танк, ага, да. Ага, за это его прозвали Моресьевым танковых войск. Да. Спасибо. Почему его именем названа улица? Что он такого сделал? Кто он? Винокуров. Вячеслав Я Петрович. Его знать не знаю. Кто он такой? Нет, почему-то главная улица ведь назвали... Но если бы Петрова была улица, то сказали бы, что... Ну, нет, не просто так ведь чьим-то именем называют улицу. А кто он такой? Что вам известно о нем? Честно говоря, мало что известно. Ну, хоть что-нибудь. К сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Не можете ответить на этот вопрос. Хотите побольше узнать о Винокурове? Да. Вот повязка вам. Огромное спасибо. На какой улице мы с вами сейчас находимся? На Винокурова. А почему его именем названа улица? Космонавт. Винокуров. Кто он был? Не могу сказать. Извините. Ну, памятку про Винокурова. И будете больше там о нем написано, за что, как говорится, его посчитают. Имя Вячеславы Винокурова присвоено одной из главных улиц Новочебоксарска в 1965 году. Опрос в рамках акции «Имя его известно, подвиг его бессмертен» показал, насколько хорошо жители города знают подвиги Вячеслава Винокурова. Многие из опрошенных считают, что Винокуров – летчик. На самом деле наш земляк был танкистом. Да, далеко не все, но все же очень приятно, что горожане помнят и чтят его подвиги. Эту память мы должны передавать из поколения в поколение. Для того, чтобы о нем узнало как можно больше людей, всем участникам опроса были вручены буклеты о Вячеславе Винокурове. Кстати, памятная табличка в честь первого героя Советского Союза из Чувашии установлена в нашем городе по адресу Винокурова, дом 5. Екатерина Махаткина, Павел Андреев, новости Новочебоксарска.